Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня у меня бастурма, которая чуть не закончилась. Эту бастурму я готовила 12 числа. Сейчас посмотрим. Вот моя бастурма. Это вырезка со свинины. Мясо чистое. Это свинина. Буду делать бастурму, друзья, из свинины. Так, насыпала я сюда соль. Каменная, мелкая. Теперь мясо выкладываю вот прямо на соль. И сверху также насыпаю соль. Прям покрываю полностью солью. Я закрываю вот тарелочкой просто и отправляю в холодильник на 3 суток. Смотрите, как выглядит. Тут вода выступила. Надо было это вылить. Я что-то прозевала. Ладно, сейчас посмотрим, как выглядит мясо. Вот, смотрите, мясо выглядит хорошо. Тут у меня небольшой кусочек, друзья. Вот. Это у меня пробный будет. Чтобы я большой кусок завялила, я хочу сначала попробовать вот на таком кусочке. Тут грамм 300, наверное. Друзья, вот мясо промыло. Мясо отправляю в воду холодную. Вымачивается где-то часа на 4. Я думаю, 4 достаточно. Кусок не очень большой. Все, буду ждать. Вот на этот кусок я брала все по чайной ложке. Чайной ложке паприки, чайной ложке перец красный молотый, чайной ложке кориандр, чайной ложке петрушки. Все это обмазала, завернула. Завернула, записала. 12 часа я завернула. Ну, вот такой кусок тонкий, я думаю, можно кушать уж на 10-й день. Ну, мы так любим, я так люблю. Полный рот слюней, потому что это вкусно. Ну, правильно, бастурма, наверное, так и готовится 30-40 дней. Но там куски, наверное, берутся большие, потолще там, естественно, пока просолится, провялится. И выдерживают поэтому. У меня бастурма пролежала 10 дней в холодильнике. Можно было вот так вот подвесить. А у меня в холодильнике лежал. Вот, посмотрите. Вот он не красный уже. Все, уже провяленный. Можно кушать. Если хотите на 12-й день кушать, вот берите такой тонкий кусок. Грамм на 300. Вот так обмазали, продержали. Или повесили, или в холодильник. И можно уже вот не ждать 40 дней, целый месяц. Сейчас попробую. Это очень вкусно. Смотрите. Извините, что уж ем так. Ну, куда деваться? Надо показывать. Если вам понравилась моя бастурма, то ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!